пишу очень часто в дороге, поэтому люблю очень поезд. Хотя, конечно, самолетом удобнее, быстрее, комфортнее. Но зато там трудно сочинять. Дело в том, что занятие журналистикой, вот, честно говоря, не очень располагает вот к такому полноценному литературному труду, поэтическому. Поэтому я вот очень ценю возможности для поездок и по дороге туда, и обратно. Вот очень много и пишется.